Разумеется, прихожу к вам я всегда с не пустыми руками, тем более, что сегодня у нас в эфире особые выпуски. Сегодня рубрика «Украшения» предлагает вашему вниманию ювелирные изделия от бренда Тиоса. Тиоса – это итальянский дизайн, только натуральные камни, конечно же, драгоценные металлы. Все это сочетается в уникальном дизайне, а это значит, что нужно успеть заказать то, что вам особенно пригодится. А я уверена, что такое великолепное колье точно пригодится любой женщине, независимо от ваших ювелирных предпочтений, независимо от вашей комплекции, потому что это колье с натуральными камнями первого порядка. Итак, встречайте колье под названием «Мадам Камила» от бренда Тиоса. У меня для вас сразу три версии. Выбирайте: изумруд, сочный, весенний, освежающий, продлевающий нашу молодость. Вы только посмотрите, это не простой изумруд, это особый изумруд, изумруд молочный. Он имеет такой приглушенный оттенок. Далее, сочный, яркий сапфир, тон которого колеблется от темно-синего до практически черного. Посмотрите, цвет вороньего крыла. И, конечно же, изумительный рубин, восхитительный камень, камень также первого порядка. Это все камни, которые находятся на одном уровне с алмазами. В великолепную четверку входят алмазы, рубины, изумруды и сапфиры. Ну что ж, обратите, пожалуйста, внимание, что у нас легковесное колье по цене, которое действует только сегодня, 2999 рублей, почти 50% скидка, 2400 вы экономите. И я недаром сказала, что колье легковесное. Это для всех тех, кто думает: ну ничего себе колье, куда я его надену? Колье — это всегда что-то крупное, массивное, это всегда что-то большое, ну, по крайней мере, в традиционном восприятии. Но у нас колье особое, колье итальянского дизайна. Это колье от бренда Тиоса. Тиоса – это не только натуральные камни, драгоценные металлы, изысканный дизайн, это всегда комфорт. Поэтому убедитесь и будьте уверены, милые дамы, что в этом украшении вам будет комфортно всегда и везде. Помимо того, что у нас используются камни первого порядка, если вы пропустили начало презентации, для вас специально их напомню, это сапфир, изумруд и рубин. Обратите, пожалуйста, внимание на сочетание с фианитами. Три камня великолепной четверки. И знаете, фианиты здесь в сочетании с этими драгоценными камнями смотрятся как бриллианты. Очень дорого, очень благородно выглядит это колье. Ну, давайте на примере рубинового ювелирного изделия посмотрим, сколько у нас камней. 5 натуральных камней, 5 драгоценных рубинов. У нас в данном случае используется огранка, овал, и безумно мне нравится форма. Здесь можно увидеть и бант, здесь можно увидеть и какой-то флористический элемент. Собственно, все, что вашей душе угодно, все, что позволяет ваша фантазия. Также я хочу заметить, что у нас комфортный размер. Давайте сейчас мы вернемся в студию, снова на рубиновое украшение, и посмотрим, какого же у нас диаметр. Здесь в общей сложности, ну, даже если по этим колечкам мерить, порядка 3,6 сантиметра. Вот это центральная часть. Такое, ну, скажем, традиционная коромысло, традиционная деталь для колье. А теперь посмотрим на цепь. Очень важно, чтобы эти натуральные камни, в данном случае это изумруды, всегда комфортно и надежно располагались у вас в зоне декольте. Цепочка у нас имеет плетение якорное, а это гарант и залог надежности. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что эта великолепная цепочка всегда будет вам гарантировать комфорт. И вы можете даже не переживать, такое колье вы никогда не потеряете. Оно без вашего ведома с вашей шеи точно никуда не денется. Итак, еще раз. Рубины, изумруды и, конечно же, великолепные сапфиры. Все камни первого порядка. Вопрос, который обязательно возникнет у наших зрителей, для которых важна безопасность украшения, комфорт ювелирного,
ювелирного изделия, а насколько это изделие удобно в плане застежки. Ведь нам приходится подчас, милые дамы, самим застегивать ювелирные изделия. Вот получится ли, не прибегая к посторонней помощи, надеть колье под названием «Мадам Камила»? Я вам сейчас открою секрет. Не просто получится, а вы еще подстроите это колье под свое декольте. Это то самое ювелирное изделие, которое подстраивается под ваш вырез, под ваш воротничок. Обратите внимание, у нас здесь используется карабин. Кстати, карабин — это тот замок, который используется в дорогих украшениях. Он непростой сам по себе, с точки зрения техники в создании. Его структура, его строение не такое уж и простое для мастера. Так вот, у нас есть еще и добор, вы только посмотрите. А это значит, что вне зависимости от выреза, вне зависимости от того, какой у вас декольте или, может быть, воротничок, это колье сядет идеально на вашу шею. Длина добора, ну, я ее точно знаю, но сейчас я покажу вам для того, чтобы вы тоже были в курсе. Давайте посмотрим на длину добора. Итак, у нас здесь добор имеет высоту 5 миллиметров. Ну, вот такая вот у него комфортная длина. Это еще не все. Сама длина колье 45 сантиметров, то есть у вас есть возможность варьировать его длину от 45 до 50. Это очень удобно. Я вообще обожаю цепочки и вообще любые шейные украшения именно с добором. Ну, потому что вырезы у нас разные. У блузок, у платьев, у сарафанов. И, конечно же, хочется, чтобы украшение было универсальным. Напоминаю вам, что у меня для вас несколько модификаций. Это сапфир, великолепный насыщенный цвет, знаете, он даже граничит местами с цветом черным практически. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сапфир в данном случае натуральный камень, это камень первого порядка, абсолютно настоящий. В паспорте вы прочитаете корунд. Кстати, я вам сейчас покажу паспорт. Также у нас имеются еще изумруды. Они сейчас на ваших экранах. И, конечно же, рубины. Все три камня входят в великолепную ювелирную четверку. Это все камни первого порядка. А это значит, что вы получаете настоящую драгоценность. Вы получаете украшение, которое будет служить не только вам, но и вашим дочкам и вашим внучкам. У нас сегодня последний день зимы. Мне кажется, это очень символично — сделать подарок своей любимой дорогой женщине именно сегодня. То есть приобрести украшение, которое вы преподнесете 8 марта. Итак, сейчас вы видите все три варианта. Еще раз: изумруд, сапфир и рубин. Все натуральные камни. Каждый хорош сам по себе, и поскольку каждое колье смотрится самобытно, можно заказать даже несколько. Ну, а я вам демонстрирую паспорт как раз-таки на колье с сапфиром. И вы здесь видите, что у нас используется 5 сапфиров. Вы видите их размеры. И обратите, пожалуйста, внимание, их общую каратность. Почти 3,3 карата. Колье длиной 45 сантиметров. Цена актуальна только сегодня.